Здравствуйте, в эфире программа «Это важно». Спасибо, что вы с нами. Участковый уполномоченный полиции – тема программы. Знают ли анапчане своих участковых в лицо и охотно ли жители открывают им дверь? Проверим, но вначале немного истории. Ежегодно 17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1923 году, в СССР впервые появилась так называемая «Инструкция участковому надзирателю», положившая начало появлению института, пожалуй, самых народных представителей правоохранительных органов. Сегодня участковых можно назвать универсальными солдатами полиции. Они выезжают на места происшествий, участвуют в рейдах, изымают фальсифицированную алкогольную продукцию, проверяют соблюдение правил регистрации. По долгу службы обходят подвалы, чердаки домов, общежития и квартиры. Виталий Машкара второй год на посту участкового. Обращений от граждан к нему поступает немало. Одним жителям мешает строительство нового дома, кому-то шумные соседи. Ранним утром уже поступил звонок от анапчанина, сообщил, что на лестничной клетке происходит драка между соседями. Контактный телефон ваш назовите. С кем происходит драка? Фамилию его назовите. Если чьей-то жизни угрожает опасность, участковые уполномоченные полиции отреагируют незамедлительно. Они имеют дело и с хулиганами, и с настоящими преступниками. Соседские войны стоят на первом месте по обращению, на втором – внутрисемейные. Мы направляемся проверить одного из подопечных Виталия Машкары, пенсионера Анатолия Палыча. Он долго не открывал парадную дверь, оказывается, спускался сам лично. Анатолий Палыч, выпив лишнего, пускал в ход кулаки, поэтому супруга и подала на развод. Правда, в суде пошли оба на примирение. Вы с супругой помирились, все хорошо? Раз пришла, вы дальше помирились. Помирились, все хорошо. Надеюсь, вы не будете больше злоупотреблять, да? Да. Ну, не в вашем возрасте уже. В противоправном случае я должен буду вас поставить на учет, как семейного дебошира. Территория обслуживания органов внутренних дел делится на административные участки, каждый из которых имеет свой номер и закреплен за участковым. В Анапе открыто 14 пунктов, 5 в городе и 9 в сельских округах. В анапской полиции сегодня несут службу 53 участковых. С начала года они раскрыли 224 преступления. Их служебная деятельность крайне обширна. Вместе с тем, основные показатели работы обычно сводятся к конкретной цифре, которая отражает количество составленных протоколов и раскрытых преступлений. Мэр города Сергей Сергеев на одном из планерных совещаний отметил, что нет профессии в системе МВД, которая ближе всех стоит к людям, чем участковые. Поэтому главное, по словам Сергея Палыча, чтобы участкового знали жители участка, чтобы всегда понимали, к кому могут обратиться за помощью в любой момент. Стражи порядка к человеку, не понаслышке знающему, что такое милицейская служба, прислушались. Сейчас в Анапе проходит акция «Я ваш участковый». Сотрудники приходят в магазины, школы, аптеки, знакомятся с жителями, раздают визитки. В них данные, должность, имя, фамилия и контактный телефон. Виталий Машкара сейчас направляется на обход квартир в 12-м микрорайоне. По статистике, только каждый пятый россиянин готов открыть дверь сотруднику полиции. Не все охотно знакомятся. Проверим, как анапчане отнесутся к такому визиту. Набрав номер квартиры, ждем ответа. Здравствуйте. Здравствуйте. Полиция, участковый Машкара Виталий Николаевич. Откройте дверь. С первой попытки открыли. Хозяйка квартиры оказалась старше по дому, поэтому и она оставила свои координаты. Вопросы, жалобы, пожелания? Нет, жалоб нет. Вместе мы обошли десяток квартир. Такая акция в Анапе проходит впервые. И, по словам жителей, они только рады знакомству с блюстителями порядка. Для тех, кто сомневается, настоящий ли участковый просит его впустить, необходимо в первую очередь обратить внимание вот на что. У участкового уполномоченного полиции при себе должно быть удостоверение, в котором указана должность, нагрудный знак, на котором также указано подразделение службы, форма установленного образца. Участковые наделены широкими полномочиями практически во всех направлениях работы органов правопорядка. В сельской же местности эти сотрудники полиции зачастую являются единственными представителями власти. В станицах чаще проходят рейды по выявлению нелегальной рабочей силы. Мигранты работают в городе, а живут на селе, там дешевле. С начала этого года на нарушителей миграционного законодательства было составлено 369 протоколов. Депортировано за пределы Российской Федерации 86 человек. С их участием кражи, грабежи, тяжкие телесные повреждения и 2 убийства, раскрыты по горячим следам. Сельского участкового Валерия Котова не раз награждали за высокие показатели в службе. Кстати, он стал и местной знаменитостью, снявшись в сериале «Морской патруль». Рабочие будни участковых тоже иногда бывают и настоящими драмами, и триллерами, и даже комедиями. Приходят люди с заявлением о том, что пропали утки, пропали куры,
Принимаем данное заявление, проводим проверку. Вот этим летом два брата, алкоголика, что-то не поделили на улице Красноармейская, станица Анапская. Что-то не поделили, и в ходе разговора у них возник скандал, и один из которых братьев взял топор и нанес ему один удар в область шеи. После чего он обратился с заявлением к нам в отдел. Работа сотрудников этой службы не только выявление и раскрытие преступлений, составление протоколов, но и ежедневные профилактические беседы с подопечными, прием граждан по любым вопросам, которые касаются жизни и безопасности людей. Житель хутора Усатого Балка просит Александра Шубенкова зайти на улицу Полевую. Перед до 2-3 часов ночи у них там такие пьянки, гулянки. Проедем на данный адрес, проверим граждан, проживающих. Служба участкового уполномоченного – это ненормированный рабочий день, который длится по 11 и более часов. И отсутствие регулярных дней отдыха, и частые ночные дежурства. И все же подавляющее большинство современных Анискиных справляется со своими обязанностями. В преддверии профессионального праздника программа «Это важно» поздравляет всех сотрудников полиции. Говорят, что от работы участковых зависит не только имидж полиции населенного пункта, где они несут службу, но и оценка всей полиции в целом. На этом все. Эту и другие программы смотрите на сайте «Анапа Регион». До новых встреч!